Погодите. Так это ты обдурила Хаят? Азиме Ханым, Мурат с ума сошел, клянусь. Сначала решил привести в дом мать, теперь эту девушку. Они воры, я этого не допущу. Не вмешивайся, Дирия. С чего это? Убирайся из дома, немедленно. Дирия, успокойся. Дирия Ханым, произошло недопонимание. Я уже рассказала все Мурату. Разве не ты взяла 150 тысяч лир и сбежала? С меня хватит. Убирайся. Знай свое место. Я не буду жить в одном доме с ней. Хорошо, не живи. Возвращайся к себе домой. Или уезжай в другое место, как пожелаешь. Если вы с Муратом все обсудили, тогда не о чем больше разговаривать. Завтра же приступай к работе. Алло. Минуту. Оя, это ты дала им мой номер? Они хотят встретиться. Кому, Дерьяханым? На набережной есть чайная. Встретимся там. Не играй со мной, поняла? Дерьяханым, мне больно! Это ты дала им мой номер? Я не давала. Тогда почему они хотят со мной встретиться? Клянусь, не знаю. Дерьяханым, не впутывайте меня в это. Раньше надо было об этом думать. Теперь ты так просто не отделаешься. Что здесь происходит? Ничего. Эта идиотка все испортила. Мне пора. Есть дела. Только посмей рот открыть. И убери за собой, чтобы никто не поранился. Успеть выполнить перед смертью. Первое. Жениться на Азиме. Чего бы мне это ни стоило. Далее. Отправиться с ней вместе на побережье Черного моря. Устроить пикник. Обязательно. Хлеб с анчоусами, лепешка с анчоусами, маринованные анчоусы, плов с анчоусами и маринованную фасоль с луком. И выпечку. Правильно, нельзя без нее. Третье. После ужина прогулка с любимой по дикому побережью Черного моря. Да, хорошо. На закате остановиться, посмотреть в любимые глаза и насладиться отражением заката в синеве ее глаз. Да, да, да. Но чтобы это все осуществить, нужно устроить красный снег, такой же, как тот парень сделал для моей внучки. Устроить снегопад. Но для зимы этого недостаточно. Надо еще что-то придумать. Снегопад. Что-то грандиозное. Что-то впечатляющее. Взять из чемодана деньги на похороны. Что прячешь? Зачем мне что-либо прятать? Ты в своем уме? Почему ты так тихо подкрадываешься? Как шпион. Я приготовила кофе. Думала, вместе выпьем. Спасибо, но пей его сама. А мне нужно идти. Пока. Что
случилось, Эмине? Почему грустишь? Не видишь, в каком состоянии мой отец? И дочь пришла вчера ночевать домой, не помирилась с мужем. Слава Аллаху, хоть Сефер не звонит. Эмине, у меня есть идея. И тебя с Хашметом, и Хаят с Муратом помирим. Двух зайцев одним выстрелом. Милая моя, ты не права. Надо было его простить. Как говорится, в любви нет места гордости. Разве это так просто? Он даже не расстроился. Делает, что ему вздумается. И все ему с рук сходит. Очень мило. Да-да, очень мило. Идеально. У меня золотые руки. Я не о платье, Тувал. Я о нас с Муратом. Он сказал, что мы оба теперь свободны. Прямо так и сказал? Вот так сказал? Теперь мы оба свободны. С таким выражением? Да, так и сказал. Одевайся теплее, малышка. Зима близко. Что? Наивная моя девочка. Знаешь, как Мурат жил, когда был свободен? Не знаю. Расскажи. Ты даже не представляешь. Несчастная ты невеста. Немного странно прозвучало, да? Знаешь, как он жил? Нашла, что спросить. Тувал, рассказывай. Не томи. Готова услышать правду? Смотри, у Мурата есть определенные принципы. Он приходит на работу, заканчивает все свои дела и в 3 часа уходит. Бесследно исчезает. Я уйду в 3. Перенеси все встречи. Хорошо, Муратби. Перенести все встречи. Куда? Этого никто не знает. И дозвониться до него тоже невозможно. Ночью Мурат исчезает. Никто не знает, что он делает и с кем. Никто. Выходные освободи, меня не будет. Aşk laftan anlamaz.